одна из песен, которая прозвучала по примеру у одесских тяжелых. Это по поводу того, что творится вокруг. Сейчас, наш кочегар. Сейчас, подождите, кочегар, папа. А нам историю напутали, да оболгали все, да перепутали, да исказили, да исковеркали лживыми историками, клерками, все наше истинное оболгали, все уничтожили, переписали, понапридумывали, понасочиняли, да ложь за правду нам преподали. А расскажите-ка нам правду про прадедушек, про прабабушек, про прародителей, про настоящих, про прародичей, про наших истинных, про небожителей. Но только правду про прадедушек, про прабабушек, про прародителей, но не про Черное море копателей, а про пирамидостроителей. А наше прошлое, ох, и не помиловали, да надругались над ним, да изнасиловали, напотешались, наиздевались, галиматьёй занимались, оклеветали, заговорили, наколебали, не весь откуда, понадоставали, понаплатили на уже истории, нам всему народу даже более. А расскажите-ка мне правду про прадедушек, про прабабушек, про прародителей, про настоящих, про прародичей, про наших истинных, про небожителей, но только правду про дедушек, про прабабушек, про прародителей, но не про Черное море копателей, а про пирамиды строителей. Нас оболгали и наврали нам намеренно, вот и сегодня нам уверенно, из ведерна, как из корыта, нас обливают ложью открыто, и творят из людей повсеместно, покорные и бессловесные, а итог их обмана такой, из нас детей Божьих творят Божьих рабов. А расскажите-ка мне правду про прадедушек, про прабабушек, про прародителей, про настоящих, про прародичей, про наших истинных, про небожителей. Но только правду про прадедушек, про прабабушек, про прародителей, но не про Черное море копателей, а про Эрмитажа строителей. Супер!